Эфир 24KZ продолжает выпуск новостей. В студии Ботагоз Аркулова. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской области. Визит начался с посещения Центра лучевой терапии и диагностики. Его открыли на базе областного центра онкологии и хирургии. Клиника оснащена всем необходимым – линейным ускорителем, магнитно-резонансным томографом последнего поколения и системой архивирования для хранения радиологических снимков с возможностью быстрого поиска и изучения в режиме реального времени. Здесь же планируют открыть ПЭТ-центр с полным комплексом технического оборудования. По словам врачей, это один из самых информативных методов ранней диагностики серьезных заболеваний. Ежегодно в клинике проводят больше 3000 хирургических операций, 60% из которых выполняются малоинвазивными методами. Глава государства подчеркнул важность создания таких объектов по всей стране. Представлены все виды лечения онкологических заболеваний. Это и хирургия, это и лучевая химия, реабилитация. Поэтому весь спектр лечения мы нашим пациентам предоставляем здесь, и необходимости выезжать за рубеж нет. И у нас есть статистика, если буквально 7-8 лет назад у нас достаточно большое количество выезжали все-таки за рубеж, то сегодня эта цифра, она стремительно снижается. Кроме того, к нам приезжают на лечение и из других регионов, а также из ближнего зарубежья, в частности, вот у нас лечатся наши соседи из России, у нас вот сейчас проходит лечение Украина, Монголия, Узбекистан. То есть мы привлекательны тем, что у нас есть все новые технологии, и плюс есть, самое главное, это обученные специалисты. Глава государства также посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, где в течение 10 лет планирует реализовать 25 инвестпроектов на 207 миллиардов тенге. Президент осмотрел производственные цеха и пообщался с работниками предприятия. Казахстанская экономическая география Восточный Казахстан давно и прочно занимает позицию индустриальной области, где львиную долю бюджета обеспечивают гиганты металлургии. Это знаменитый Ульбинский завод, который обеспечивает своей продукцией полмира. Огромные по масштабам производства Касцинк и Казахмыс, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат и еще десятки карьеров и добывающих обогатительных фабрик. К примеру, титано-магниевый комбинат – один из крупнейших в мире по производству титана, его слитков и сплавов с полным циклом производства, от добычи сырья до выпуска готовой продукции. В мировом сегменте доля казахстанского титана составляет 11% в аэрокосмической отрасли, более 20%. Сегодня президент встретился с рабочими комбината и осмотрел производственные цеха. По многим параметрам передовые. Здесь очень современное оборудование. Казахстан занимает видное место на мировом рынке по производству. 11% мирового производства приходится на данное предприятие. Я смотрю, обстановка в коллективе достаточно рабочая, настроение хорошее. Как говорится, пожелаю вам всего хорошего. А ваш министерство обстановился на хорошем. Это же все Казахстан. Харасан, воздух, технология, барыкин на жизни. Сам-то в Казахстане, в Елене, в Сенай Казахстан, уйти хорит. За 12 лет прошел путь от рабочего до мастера. Мой отец Павел Владимирович трудится в этом же цехе. Он на комбинате уже больше 40 лет. Отец говорит, что за эти годы наш завод не останавливался ни на одну минуту, даже в самые сложные периоды. Мы получаем хорошую заработную плату, большой социальный пакет. У нас есть все для того, чтобы спокойно жить и трудиться, воспитывать своих детей в мире и согласии в своем родном Казахстане. Продукцию комбината используют Airbus, General Electric и Boeing. Казахстанский титан также используется в
судостроении, энергетике, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию, в Китай. В ближайшие десятилетия комбинат планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 миллиардов тенге. Ботагоз Айджанова, Айдос Янтибеков, Айдос Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента 24КИЗ, Усть-Каменогорск. А в семеноводческом хозяйстве президенту продемонстрировали новые гибриды подсолнечника, сорта сои и яровой пшеницы. Их вывели в результате многолетних исследований. Семена пользуются большим спросом среди отечественных аграриев и экспортируются в 7 регионов России. Президент поинтересовался перспективами расширения посевов масличных культур в других регионах страны. По словам директора предприятия, площади таких культур ежегодно увеличиваются на 15%. Остается высоким и спрос на рынке. А агропромышленный комплекс, благодаря мощной кормовой базе и грамотной селекционной работе, вошел в число лидеров в сфере молочного животноводства. На товарно-молочных фермах около 3000 голов крупного рогатого скота. Суточное производство молока достигает 40%. Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Глава нашего государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе под его руководством. В ходе беседы по телефону лидеры обсудили вопросы развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах и председательству Казахстана в Организации тюркских государств. Другим темам. Скорость мобильной загрузки в Казахстане улучшилась более чем на 60%. Компания Ойкла, мировой лидер в области тестирования интернета, опубликовала отчет, оценив состояние мобильных сетей в Казахстане и усилия операторов по расширению своих сетей с помощью 5G. За год наша страна поднялась на 23 позиции с 95 на 72, опередив соседей по Центральной Азии. Медианная скорость за год выросла с 21 мегабит в секунду до 35. Быстрее всего интернет работает в Алматы. Отмечу, 5 лет назад Казахтелеком взял на себя ответственность за развитие рынка связи в стране. По данным компании, больше половины пользователей уже технологически готовы перейти на 5G. Кредит, полученный на строительство казахстанско-китайского нефтепровода, погашен досрочно. Этому способствовало устойчивое финансовое положение компании. Напомню, дочерняя организация «Кастрансойл», компания «Казахстанско-китайский трубопровод» в 2004-2008 годах привлекла более миллиарда долларов из международных коммерческих банков. Средства пошли на финансирование магистральных нефтепроводов Атасу Алашенькоу и Кинкияк-Кумколь. Подробности в следующем материале. В 2004-2008 годах для финансирования строительства магистральных нефтепроводов Атасу-Алашенькоу и Кинкияк-Кумколь компания «Казахстанско-китайский трубопровод» привлекла заемные средства от международных коммерческих банков на общую сумму 1,6 миллиарда долларов США. В 2018 году было проведено рефинансирование остатка займа на 540 миллионов долларов. Учитывая устойчивое финансовое положение товарищества за последние годы деятельности и наличие достаточной суммы накопленных денежных средств, товарищество приняло решение осуществить досрочное погашение займа в феврале 2024 года в размере дополнительных 35 миллионов долларов США, сверх 35 миллионов долларов положено к погашению согласно утвержденному сторонами графику. К своему предстоящему 20-летию компания «Казахстанско-китайский трубопровод» погасила все свои кредитные обязательства. Это будет способствовать повышению финансовой устойчивости, рентабельности, а также эффективной деятельности предприятия. Данное решение позволило сократить срок займа на 6 месяцев, а также сэкономить порядка 1 миллиона 600 тысяч долларов в качестве расходов по выплате вознаграждения по займу. Магистральный нефтепровод Атасу Алашенькоу предназначен для транспортировки нефти западноказахстанских, актюбинских и кумкольских месторождений в Китай, а также транзитной российской нефти. А магистральный нефтепровод Кинкияк-Кумколь предназначен для транспортировки нефти западноказахстанских и актюбинских месторождений. В 2023 году объем транспортировки нефти по нефтепроводу Атасу Алашенькоу составил 11 188 тысяч тонн, по нефтепроводу Кинкияк-Кумколь 7 973 тысячи тонн. Нургуль Абилин, Дәулет Кебраев, 24 КИЗ.